Вот-вот. Не знаю, в чем и дело даже. Так. Спасибо вам, ребят, что знаете, что я перезагружаюсь. Что не кидайте. Честно говоря, я даже не знаю, в чем проблема. Фермы. Нет, ферма у нас не железная, это мой первый дом просто. Его обделали железом понизу. Только ради того, чтобы тут ломали какие-то бомжи постоянно. Ферма у нас вон там. У нас постоянно тут кто-то что-то ломает. Мы постоянно выходим, ремонтируем. И, кстати, периодически находим запчасти от трупов, эти вот как импланты, короче, вот в этом. Либо в трайке, либо в этом, как его, в черепахе, короче, в Донателло. Элис, я не тебя, на тебя не агрил, нет, не надо тут говорить. Элис, это баба не подвластная никому. Лактор, если ты не ушел еще, я сейчас покажу, как у нас админы живут. Вот тут такая шикарная лагунка есть. Лактор, если ты еще тут. Они тут. Нет, вот у нас еще так, ерунда на самом деле. Вот тут смотри, как админы у нас живут. Они перекрыли лагуну полностью. Тут всего три прохода, если пешком. Они их полностью перекрыли. Там проход, тут проход, все перекрыто. У них, короче, все перекрыто. Вот чуваки полностью. Вот эти вот чуваки полностью не парятся. У них все перекрыто. И пущенки вон там стоят. Много пущенок. Ой. Кстати, что-то дамаг. Походу добавили дамагу. Раньше пушки меньше наносили явно. Вот у них вот сарайка так сарайка. И у них не просто загон, у них просто территория отгорожена и все. Но они вроде как наши союзники. Накидать им я и могу туда только какашек, если.
накидать им туда Дина. Ну давайте попробуем. Ну у них там в охоте все стоят. Надо. А кто сказал, что два тела на сервере? У нас тут очень много на самом населении живет народу. Я говорю, просто мы живем на севере, а не на сервере. Мы на севере острова живем. И тут очень мало народу живет, я не знаю почему. У нас основные все терки происходят на юге и в центре. И там постоянно какая-то война происходит. Ну, блин, ни одного раптора, скорпиона или дилда нет, чтобы им туда подарок скинуть. А почему? Ну, у них там, да, у них там нету этих самых ресурсов природных, вообще ни хрена нету. Это да, не спорю. О, скорпиончик. Третий уровень, все, правда. Локтор, почему? Мы знаем, кто где живет. Мы все знаем, мы все про всех знаем. Кто с кем воюет, мы тоже все знаем. Блин, туман, ни хрена не видно. Туман. Черт, не вижу ни хрена. Сейчас, ладно, сориентируемся. В смысле, как это народ строит? Ну, строит. Ничего сложного, по-моему, нет. Ну, охота и строит. Еб твою мать, ни хрена себе! Вот вам и стрим, блин. Вот вам и пушки. Да. Птичку расфигарили. Сколько у нее там? 1300 было, по-моему. Пожалуйста.
Да. Птичку жалко, да. Я же не знаю, кто там был-то. А, в принципе, хрен с ним. Жалко железный костюм. Хорошо, хоть я его не раскрасил, блин. Локтор, нет, я не пишу. Да нахрен мне губ. Да что там забирать-то? Копье и железное копье и топор с киркой. Похрену. Металлический этот самый, да. Если что, договоримся, народ с трайба с того вернет. Ладно, пойду встречать рассвет и во сне, короче. Ладно, ребят, всем спасибо, что смотрели. Было весело, на самом деле. Побаловались. Чё там подходить-то? Там понятно, что снесут. Ладно, всем пока.